Я рисую космос. Я живу в космосе. Я художник космос. Это моя жизнь, это мое творчество, это мое вдохновение. И ваша музыка — это для меня тоже вдохновение. У меня появилась новая серия картин, она называется «Энергия музыки». И вот красивую, космическую и классическую музыку я рисую свои произведения. И они дают неповторимый узор на холсте. Поэтому я обязательно пришлю, так сказать, вариант новой картины под вашу музыку Magic Line. I love this music. Спасибо вам большое. Я очень рада встрече. Маша, к нам поворачивайтесь. Я думаю, что Дидье вдохновлен, а теперь напишет новую композицию, посвященную нашей замечательной героине. Я написала. Анна Сидик сейчас здесь. Анна Сидик. Вот там Сидик. Вот там. Да, здесь тут я. Ольга. Дима Маргарита. Готовится к Белова Наталья. Итак, Зипман Маргарита. Маргарита – это уникальное явление в нашем современном искусстве. Давайте поаплодируем. Впрочем, как снимай. Мария, проходи, читаться. Сидеть. А тут просто... Да, не очень красиво. Мне не комфортно. Давайте уже они к нам дошли. Я пока не поближе, я пока немножко вас представлю. Можно? Удивительная техника рисунка, я даже не знаю, я искусствовед, не могу определить, что это за такое течение. Если вы не против, я сейчас найду, покажу эти картинки. Именно, наверное, они и дали эту нотку космизма, космического направления. И я очень благодарна за это. Вы пока говорите, смотрите, да. Это что-то вот такое очень интересное, необычное и... Мне кажется, здесь мы смотрим прямо в глаза будущего.